Всем привет! Сегодня суббота, 20 августа. У меня на канале 250 подписчиков. Хочу всем спасибо сказать, что смотрите меня, что не отписываетесь. Большое всем спасибо. Всех вас знаю, всех вас люблю. Стараюсь по возможности смотреть. Вот, сегодня у нас жара, как всегда, дождей нет уже, сколько, с мая месяца, так чуть-чуть идут дожди, по чуть-чуть совсем, но на следующей неделе обещают все-таки не похолодание, но хотя бы дождики будут. Сегодня поедем, наверное, на рынок за мясом. Что-нибудь, может, постряпаем еще потом. Хотелось, конечно, еще идти куда-нибудь за ягодами или, не знаю, куда-нибудь на природу. Ну, посмотрим. Я тут, кстати, походу нарвала вон. Никто не рвет. Все, оно даже отпадывает. Ну, еще помидорка маленькая. Тот. Начались спеть кнопка, помидоры. Ой. Вот перцы там вырвала. Вот такое у нас небо сегодня. Облачка приплыли с запада. Там у нас запад. Оттуда во все дожди приходят всегда в основном. Там север, а там восток. Если 2 дня дует восточный ветер, то ждите, придут дожди. Вот позамечайте, кто не знает приметы. Сделали нам асфальт уже неделю под домом хороший. Теперь не будет у нас грязи. Бася спит. Ой, услышала. На своем любимом месте. Ты моя хорошая. Ты моя любимица. Съездили мы на рынок за мясом. Хочу показать, какие у нас цены. Вот это сало, кусок. Это по 150. Тут на 70 рублей примерно. На засолку. Это свинина котлетная. По 210, тут на 250 рублей. Вот эта свинина по 100, здесь на 70 рублей. Дальше говядина вот эта с костью по 210, тут на 160 рублей. И эта мякоть говядина по 340, тут на 350 рублей где-то примерно. Вот столько мы привезли. Сейчас это засолим сало. Мясо разберем. Вот это все где-то на 1000 с чем-то примерно. Ну, на 1000. Кошечкам тоже мяско дать. Ну, кушай, Мася. Она никогда не ест, пока все не поели. Все поедят, тогда она придет. Она такая заботливая мать. Бася, иди сюда. Бася пришла. Это шустрая. Это не будет ждать приглашения. Кушайте говядинку. Мася, ела бы ты. Ой, ко мне хочет. Нет, пока все не отойдут, она не будет есть. Такая вот заботливая кошка, самоотверженная. Вася, кушай. А этот старичок беззубенький. Слепой. Ну скажи, мясо я всегда унюхаю. Сейчас еще порежу. А то Масеньки не хватит.
сало засолили, немножко постоит закрытое на столе, и берем в холодильник. Тут чеснок, соль, перец мы не кладем. Сегодня хочу приготовить сливовый пирог по рецепту Валентины Сидоровой. Вот сделала уже тесто, вот по ее рецепту, только у меня нет разрыхлителя, я соду положила. Это начинка. Вот, крахмала у меня тоже нет. Положу, может быть, муки немножко. Так, вот промежуточный результат. Мне, конечно, не так красиво. Но я немножко слив побольше положила. Что у меня тесто получилось побольше. Вот такое вот получается. Ножа резного нет. Поэтому вот так. Вот такой пирог у меня получился. Сейчас вытащим, посмотрим, как внутри. Пирог готов. Так, первое мясо сварилось. Мы любим вот таким вот варварским первобытным способом мясо готовить. Сварить просто его с солью и хлебать. Без всяких там этих. Это самые вкусные. Да сейчас Мася тоже хочет. Хотя... Это Мурзятинка спит. Да, это его место тут. С этой игрушкой. Спит в обнимочку. Это... Вот он, слепошаренький наш. Да. О, Господи. Бегает. А это Масино место. Для нее это кресло не выбросили, держим. Она тут спит и жит. Я, кстати, вижу новую скатерть. Большущую красную скатерть. Должно красиво получиться. Времени нет. Вижу-то вечерами по чуть-чуть. Вот так вот проходит наша суббота.